Я говорю, 109, вот упало дерево. Кстати, заявку неоднократно в 109 давала. В ЖКХ везде, что это дерево уже вот-вот упадет. Вот оно упало и лежит теперь. Вот здесь между 109 и 107 домом. Так, Катаева 60. КСК Гульдер. Стоит, дом стоит на подпорке. Аварийка не выезжает, так как председатель КСК не разрешает ему выехать. 7 числа стоит такая ситуация. Везде вот каловая масса. Вот так вот по улице маршрут ЖСУ по 26. Магазин перекрывает двор своей разгрузкой. Надолго. Не пройти, не проехать. Разве это нормально? Все. Никаких управ на них нет. Тепловые сети, перекресток, Камзина, Циолковского. Все тепло на улице. Обратите внимание. Вот так в этом году мы зимуем. Чокина 147. Первый подъезд. И вот такая температура у нас в квартире. И промерзшие окна. Чокина 147. Первый подъезд. Парк Гагарина. Елочка стоит. Смотрите, как хорошо каток залили. Приходите кататься.